Вопрос. Нужно ли обновлять лицензию, чтобы продолжать пользоваться Jira и Confluence? Ответ. Не нужно. Приобретая лицензию, вы получаете пожизненное право пользоваться купленным программным обеспечением. Да, я отказываюсь произносить «обеспечение» и «творог». Ежегодные взносы же относятся лишь к продлению поддержки и получению обновлений. Учитывая, что софт от Atlassian как был кривой, так и остался, запрошенные функции не реализовываются годами, а от поддержки добиться ответов невозможно, не имеет смысла поддерживать такую компанию из собственного кармана. Если же вдруг они выкатят стабильную версию, то вы всегда сможете купить стабильное обновление, пропустив все нестабильные.